этим гадким созданием нет числа. Наконец-то! Эта шахта поставляет оружие для войны. Железо. Судя по запаху, он тут давно лежит. Не повезло. Мы справимся. Я впечатлен. Оставь меня в покое. Спасибо, что спас меня. Я у тебя в долгу. Я нашел амулет. И ты еще не отнес его на кладбище? Ну, я думал... Не думай. Бегом на кладбище. Еще одной бессонной ночи я не вынесу. Спасибо за помощь. Я немного отдохну в таверне, а потом отправлюсь с докладом. Ну, успокоилась немного? Да, слегка. Сперва мне надо понять, что произошло ночью. Может, мне лучше уплыть из Каладора? Просто в этой части мира слишком много смерти и разрушения. Давай посмотрим, кто кого перепьет. Вот мои правила. Я выигрываю твою ставку, если опустошу бутыли раньше тебя. Но если ты оказываешься быстрее, то забираешь мою ставку и ключ. Ключ? Да. Ты можешь использовать его, чтобы открыть сундук в задней комнате таверны. Не откажусь.
Ну, поехали. Вперед! Я впечатлен. А я-то думал, что я хорош. Похоже, ты ошибался. Ладно, ладно. Вот твое золото и ключ. Ладно, покажи, что у тебя есть. Съел целого хряка. Ты знаешь эти края? Что именно тебя интересует? Что ты можешь рассказать мне об Иветте? Она молода, она красива, и с ней нужно ухо держать востро. Подойдет. В общем, можно, но следи внимательно за кошельком. А, так вот ты о чем. Конечно, так что запомни мои слова. Научи меня чему. Научу, если у тебя есть деньги. Я готов. Пойдем в ночной дозор. Вперед! Осмотрим окрестности. За мной! В старину именно темные воины храбро сражались с титанами. А теперь, когда мир пытаются захватить тени, мы продолжаем их бой. Ничего необычного. Посмотрим поближе к реке. Идем дальше. Есть. Это Элдрик зажег зеленые огни, знаки собрания. Он же может одаровать нам познание темных воинов прошлого. Рунную магию. Именно. Славно. Здесь тоже все нормально. Постой-ка. Что? Тш, мерзкое отродье теней. Где есть одно, там и другие будут. Идем! Этим гадким созданием нет числа. Идем дальше. Я прикончу этот мешок костей. А!
тебе конец, мерзкая тварь! В атаку! Оружие наготове! Мерзкая тварь! Шевелись! Надо идти! Ну мы идем или нет? Приспешники теней. Все прут сюда и прут. Тогда продолжим их убивать. Идем дальше. Вверх по тропе. Здесь кругом рыщут тени. Раз за разом пытаются нас ослабить. Будь я проклят, если это позволю. Ну вот и все. Возвращаемся в таверну. Что ж, мы на месте. Ты еще жив и не сбежал. Вот тебе 100 золотых сверху. Теперь я вернусь в цитадель. А кто тогда будет защищать таверну? Трэвис и сам управится, а нам пора решать, что делать дальше. Попроси у него выпить и немного поспи. Купи себе выпить. Все, кто сражается с тенями, заслужили хорошую выпивку. Тогда выпей со мной. Твое здоровье! Я нашел в пещере труп. Жуть какая! Как он выглядел? Молодой человек, при нем был лист бумаги. О, нет! Это, наверное, Альвидо. Но он был еще так молод. Пожалуйста, сообщи об этом кузнецу Уилсону, если он еще не знает. Золото и бриллианты. Вот что нужно женщинам. Спасибо за помощь. Я немного отдохну в таверне, а потом отправлюсь с докладом. Я бы съел целого хряка. Золото и бриллианты. Вот что нужно женщинам. Thank you.
Что-то? Эти твари паразиты. Сила в количестве. Больше чудища не потревожит. Не волнуйся за Иону. Она в безопасности. Хорошо. Я мало чем могу вознаградить тебя, но возьми это. Я нашел это на ферме. Бывшим владельцам это уже не понадобится. Мне здесь больше нечего делать. Я вернусь в цитадель. И кто теперь займется фермой? Природа. Природа? После такого сюда никто не приедет. Поэтому дом будет стоять пустым. И рано или поздно превратится в очередные развалины. Добро пожаловать в Каладор. В нас жива сила наших предков. Этим гадким созданием нет числа. Хорошей охоты. Берегись.
Береги себя. Сила в количестве. Больше чудище не потревожит. Бегу на помощь со всех ног! Больше чудище не потревожит. Великолепно! Бегу на помощь со всех ног! Размер все же не имеет значения. Гадким созданием нет числа. Наконец! Бесят пауки! Все чудище не потревожит. Thank you.
атаку! Оружие наготове! Я иду. Я впечатлен.
Надеюсь, теперь дела пойдут на лад. Проваливай. Спасибо, что вернул Эрнеста его подсвечник. Ты спас мою шкуру. Вот тебе небольшая награда. За доброе дело. Спасибо, что навел здесь порядок. Здесь написано про затвердевший панцирь краба. Уже нашел. Что можешь рассказать про эти места? Давно забытая, древняя сила вновь восстанет. Я уверен, что темные воины окажут неоценимую поддержку в войне с тенями. Но вот гардероб им стоило бы изменить.
Что ты думаешь об этой части света? Охотники на демонов оценили ситуацию и готовы к переговорам. Но в одиночку им погибель не остановить. Давай, идем. Да. Этим гадким созданием нет числа. Весьма жестоко. Thank you.
будь осторожен. Давай ножи пометаем. Ты хочешь поставить золото? Ладно. Хорошо. Раз это твоя первая ставка, сделаю состязание поинтереснее. Если ты победишь меня, получишь кое-что сверху. Если проиграешь, я забираю твои деньги, а ты становишься первым дураком на деревне. Давай начнем. Неплохо. Здорово ты меня сделал. И я сдержу свое слово. Клятва посыльного. Вот. Что-то слыхал о фон Дрейле? Разумеется, он был знаменитым темным воином Каладора. Видишь, я же говорил. О его подвигах до сих пор ходят легенды. Говорят, он провел немало битв за Железную бухту на своем корабле. Корабль? Битвы? Вздор! Я точно знаю, Рандольф никогда не выходил в море. Возможно, это просто слухи. Сейчас-то кто проверит? А записи о нем не сохранились? Возможно. Надо поискать в книгах. Тогда хватит болтать. Пойди и принеси их сюда. Терпение, добродетель, друг. Одну минуту. Жди здесь. Мне удалось найти только эту старую, никчемную бумажку. Здесь крупными буквами написано «Фон Дрейль».
Она завалялась среди старых саг о древней славе Каладора. Это похоже на карту сокровищ. Серьезно? Ну, забирай. Стоит обсудить наедине. У тебя есть для меня задание? Хочешь быть полезным? Дай подумать. На востоке, по другую сторону ущелья, славой есть маяк. Мы уже зажгли на материке много зеленых огней. Но маяк построен так, чтобы его было видно издалека. А мы как раз про него и забыли. Если зажечь зеленый огонь на маяке, он будет виден за много миль. Если ты знаешь, как перебраться через лавовое ущелье, можешь зажечь огонь на маяке. Я зажгу огонь на маяке. Хорошо, возьми этот порошок. От него пламя зеленеет. Используй его только в маяке. Порошка хватит на один раз. Не забудь собрать дерево, а то не из чего будет разводить костер. Понял. Где найти древесину для зеленого огня? Чтобы зажечь зеленый огонь, нужен особый вид древесины. Горит она не зеленым, таким пламя делает порошок. Но с этой древесиной пламя не погаснет и через несколько часов. Тебе нужны древние деревья, которые растут на болоте рядом. Болотные пары и газы пропитывали их древесину долгими тысячелетиями. Если ты найдешь 6 кусков болотной древесины, они будут гореть практически вечно. Чему можешь меня научить? И что ты хочешь знать? Научи меня чему-нибудь. Я еще к этому не готов. Научи меня чему-нибудь. Научи меня выбивать хорошую скидку при торговле. Как хочешь. Покажи свои товары. С удовольствием. Альвита мертв. Тебе придется искать нового ученика. Что? Не верю. Вот же, сукин сын, теперь придется пахать сверхурочно. Надеюсь, в следующий раз Элдрик приставит ко мне не желторотого юнца. Вижу, слово «скорбь» тебе не знакомо. Слушай, парень, мы на войне. У меня остается мало времени для отдыха. Вот тебе горстка золота за известие. Мне его все равно тратить некогда. Ах да, Альвито больше нет. Я лишился поставок железа. Если где-то найдешь железо, неси его ко мне. Я хорошо тебе заплачу. У меня есть для тебя железо. Давай сюда. Спасибо, вот твое золото. Чему можешь меня научить? Чему угодно, от клинков до мушкетов, если у тебя есть монеты. Показывай, что у тебя есть. Если это тебе по карману. Thank you.
заставлю Конора заплатить. И оставь меня в покое. Я заставлю Конора заплатить. Я нашел гримуар. Отлично. Покажи мне. Вот. Прекрасно. Он был в развалинах старого замка на западе? Да, в лапах своенравного теневого владыки. Я знал, что он там скрывается. Я рад, что ты спас эту книгу. Что случилось с теневым владыкой? Теневого владыки на западе больше нет. Отлично. Это должно немного поднять всем настроение. Что ты будешь делать с гримуаром? Изучать. Мне надо выяснить, как возвратить твой дух обратно в тело. Тем временем совершенствуй свои способности. Вступи в сильную фракцию и обучись там боевым навыкам. Тебе понадобятся все силы, чтобы выжить. Что касается твоих воинов, Сирил похоронил мертвых на севере. Хорошо. Я рад, что хотя бы он вернулся. Фен не смог сохранить одну из ферм. Воистину тяжелые времена. Беззащитные фермеры расплачиваются за эту жестокую войну. Мейсон завершил свою работу стража на севере. Это хорошо. Мейсон один из лучших. Кузнец Уилсон потерял своего подмастерья Альвита. Да, я слышал. Прискорбно. Но мы должны смотреть в будущее. Враг не будет скорбеть вместе с нами. Уинтер поборол свою трусость. Он снова в норме. Хорошо. Я думал, мы его потеряли. Чему ты можешь научить? А что ты хочешь знать? На кого думать, если что-нибудь пропадет? В нас жива сила наших предков. Что нужно женщинам. Спасибо, что спас меня. Я у тебя в долгу. Оставь меня в покое.
Где же ты? Вернись к нам. Вот амулет. Доброе сердце в тебе бьется. Наша боль теперь уймется. Последний совет. Запомни его. Бойся смерти. Почитай жизнь. Эти твари паразиты. Темный воин Дрейк дал мне карту сокровищ твоего двоюродного деда. Это она? Но это невозможно. Какой прок великому Рандольфу фон Дрейлю от карты сокровищ? Ну, может быть, он не доверял своим людям и решил зарыть пожитки в укромном месте. Ха, на него не похоже. Больше похоже на... Увидим, как только найдем клад. Или у тебя есть предложение получше? Других зацепок у нас нет. Поищем его. Случилось с мостом. Тут была широкая река. А теперь сам все видишь. Не знаю, как так вышло. Это или тени, или жар из ущелья. Этот мост был единственным способом попасть на ферму на той стороне. Что ты делаешь в ущелье? Смотрю, чтобы тени не появились. Моя задача не дать им перебраться через ущелье. Они по лаве полезут? Кто знает, какие существа там собираются. Я не рискую, поэтому стою на страже. У меня есть рыба. Показывай свой улов. Спасибо. 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 Я уверен, что у тебя есть куча других дел. Жестоко.
этим гадким созданием нет числа. Тупые насекомые. Числа. Я впечатлен.
поиграем. Просто отличная идея. Осторожнее, я могу сделать тебя в сухую, дорогуша. Но если ты победишь, получишь очень необычную награду. Кинжал для жертвоприношений. Его владелец будет метать ножи без промаха. Ну, давай же. Честно победил меня. Я уж было обрадовался, а ты тут взял и победил. Вот, этот кинжал вместе с золотом твои. Давай в следующий раз снизим ставки, а не то я разорюсь. Займемся армрестлингом. По рукам. Садись за стол. Честно победил меня. Вот награда. Знаешь, что думаю? Теперь Уилсон может попрощаться с деньгами. Он тренируется в полночь. Думает, что никто не знает. Ты точно сможешь его побить. Я хочу побороться с тобой на руках. Я тренируюсь по ночам, а ты приходишь сюда и бросаешь мне вызов. И в чем проблема? Ни в чем, но если каждый здесь захочет бороться на руках, я так ничего и не добьюсь. Бывает. Так что скажешь? Ладно, но только один раз, и никаких отыграться. Давай, покажи мне, из какого ты теста. Гиргера, как ты это сделал? Здесь что-то нечисто, меня еще никто не побеждал. Да уж, что там с моим золотом? Похоже, платить все-таки придется. Держи, но не надейся, что я опять попадусь на такую уловку. Чему можешь меня научить? Чему угодно, от клинков до мушкетов, если у тебя есть монеты. Показывай, что у тебя есть. Если это тебе по карману. В нас жива сила наших предков.
Проклятие! Что ты задумал? Ты снова можешь спать спокойно. Я вернул амулет на место. Отлично. А то вся эта история отвлекала меня от главного дела. Пора вернуться к работе и дать отпор нечестивым тварям. Я вернусь в цитадель и буду готовиться. Вот, твоя награда. Некогда болтать. Работа ждет. Оставь меня в покое. Я нашел клад твоего двоюродного деда. В нем были бумаги собственности на земле к юго-западу от Железной бухты. Что? Покажи. Поверить не могу.
что такой важный документ делал в зарытом сундуке? Есть одна мысль. И слышать ее не хочу. Думаю, твой двоюродный дед был пиратом. Но мой отец, моя семья. А как же земля вдоль берега? А слухи? А закопанный клад? Первый темный воин в твоей семье был пиратом. Его подвиги принесли ему честь и славу. Это не меняет того, что мои предки были головорезами и ворами. Радуйся, что хотя бы нашел свое наследие. Камни, пепел и больше ничего. Впрочем, неважно. Я нашел свой народ и свою судьбу. Спасибо за помощь. Я твой должник. Осталось изгнать мерзких теней обратно во тьму. Мы же для того сюда и пришли. Насчет Уилсона. Уилсон получил письмо. Ну, хоть на что-то мужики годятся. Да, как ни странно. Гони денежки. А ты прямолинеен. Уилсон попросил передать это. О, правда? Такого я от него не ожидала. Ох, он просто прелесть. Покажи, что у тебя есть. Ну, Паш... Что? Ничего. Все хорошо. Это подождет. Это щека счастья. У меня для тебя письмо от Киллиана. О, покажи эту портянку. Мне это не особо интересно, но если у нас закончится бумага... Мне не интересны подробности. Тебе нужно привыкать к нашему грубому юмору. Возьми в награду немного золота. И еще раз спасибо. Давай, идем. Конечно.
Я уверен, что у тебя есть куча других дел. Потом поговорим. Некогда болтать. Работа ждет. Насчет Грейс. Я передал Грейс твое обручальное кольцо. И? Как она отреагировала? Она была счастлива. Я думаю, она скучает. Неужели? О, ладно. Я вернусь, как только закончу здесь дела. На твоем месте я бы не торопился. О, у нее есть и хорошие качества, поверь мне. Пока ты не ушел, вот. Держи, алмазное точило, я человек слова. Спасибо. Я бы без него с места не сдвинулся. Да, я знаю. Сделка есть сделка. Именно. Что касается твоих воинов, у Портера были проблемы с призраками на кладбище. Самое главное, что он сейчас вернулся к нам целым и невредимым. Твои оставшиеся воины вернулись. Их слишком мало, но выполнять наше следующее задание все же необходимо. Ты оказал нам огромную услугу. Спасибо. Без тебя мы, скорее всего, утратили бы нашу последнюю надежду.
Я хочу быть охотником на демонов. Начинайте церемонию. Хорошо. Но ты должен быть уверен. Если ты станешь охотником на демонов, ты не сможешь потом примкнуть к иной фракции. Загляни в свою душу еще раз, и лишь тогда прими решение. Уверен. Я хочу стать охотником на демонов. Начинайте церемонию. Хорошо. Время пришло. Я созову всех остальных. Мы собрались здесь сегодня, чтобы отпраздновать нашу встречу под крышей цитадели. Многие покинули нас. Их судьба лежит за полем боя. Тем не менее, их смерти не будут напрасными. Вы, бесстрашные темные воители Каладора, вы родились, чтобы отдать жизни во имя Древнего Завета. Пролитая кровь должна быть отмщена. Разрушенные стены должны быть отстроены заново. Потому что наши новые соратники принесли всем нам надежду. Посмотрите на них. Гордые, сильные и решительные люди. И я спрашиваю вас, готовы ли вы выступить против легионов теней? Мы готовы. Мы готовы. Да будет так, служители Древнего Завета Каладора. Вы – последний оплот человечества перед кромешной тьмой. А теперь приготовьтесь к бою. Пусть великие огни Каладора всюду выжгут тень. Темные воители Каладора. А ты? Тебе нужен большой корабль. Найди воина по имени Кейн. Он ходит на фрегате в Железной бухте. И убеди его сразиться на нашей стороне. Ты теперь охотник на демонов. Может быть, он тебя послушает. Отличная речь. Страстная для друида. Мы живем в трудные времена, мой мальчик. Мы должны сражаться вместе, иначе мы погибнем. Я присоединился к фракции. И ты выбрал... Надо сказать, я рад, что ты выбрал именно нас. Не думаю, что ты пожалеешь об этом. И что нам теперь делать? Теперь поговорим про твою душу. Чем нам поможет гримуар? Там есть запись о ритуале вызова духа. Мы сможем привязать дух из царства мертвых к живому телу. Эти безумцы дали зомби разум. Странно, но именно так и сказано. Бедолаги, представь. Просыпаешься ты и понимаешь, что привязан к собственному гниющему трупу. Я даже врагу такого не пожелаю. Если этот ритуал работал прежде, то тебе он точно поможет. Что, если другая часть моего разума возвратится из царства мертвых? О, нет. Думаю, мне сначала надо понять, что все это значит. Ладно. Поговорим позже. Обдумай все как следует.